Всем привет! Сегодня к нам пришел Bluetooth джойстик из Китая от компании Makud. Давайте посмотрим, как он выглядит. В коробке у нас джойстик. Также в комплекте есть шнур для зарядки и инструкция. Сам джойстик выглядит следующим образом. Он по расположению кнопок очень похож на джойстик для Xbox 360. Кнопки все те же самые, как на джойстике для Xbox, кроме кнопки включения и кнопки для перевода джойстика в режим мыши. Bluetooth джойстик используется для игр на смартфоне, либо игр на компьютере. Крепится к телефону вот с помощью такого крепления, но отъезжает практически под любой размер телефона. Итак, мы его сейчас подключим к телефону и посмотрим, как он работает. Итак, попробуем подключиться. Открываем вкладку Bluetooth. Находим тут устройство, называется оно вот так. Нажимаем подключение. На джойстике нажимаем кнопку включить. Сгорается синий индикатор. Устройство подключено. Включаем кнопку мыши. Как видно, появляется мышь на контроллере. Можно управлять телефоном этой мышью. Подключаем. Вставляем телефон устройства. И включим игру. Игра у нас Modern Combat. Опять затмение. Запуск игры мы пропустили. Хочу показать вам, как играется. Все кнопки работают, все хорошо подключилось. Такая прикольная штука нам пришла из Китая. Заказывали мы для того, чтобы играть на смартфоне. С своими функциями она прекрасно справляется. Но к компьютеру мы ее не пробовали подключать, так что ничего не можем вам об этом сказать. На этом наш обзор закончен. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.